Эксперты Страхового института безопасности дорожного движения, ИИС, смогли узнать, что по статистике, небольшие авто по-прежнему чаще других не способны сохранять жизнь автомобилистов в ДТП, даже несмотря на большое количество систем безопасности. Исследование охватывает период с 2015 по 2018 годы. Согласно статистике, в субкомпактных транспортных средствах погибло 108 водителей на миллион зарегистрированных автомобилей, для крупных машин этот показатель составляет 52 погибших водителя на миллион зарегистрированных авто. Однако следует заметить, что показатель смертности в субкомпактных машинах стал ниже практически вдвое. Было зафиксировано 36 смертей на 10 миллиардов миль общего пробега против 78 смертей за ранее отчетный период. Отчет также содержит данные по конкретным моделям разных марок. Рекордные показатели смертности показали Ford Fiesta 140, одного погибшим водителем на миллион зарегистрированных авто. Вторая позиция досталась Hyundai Accent Solaris, с показателем 116 погибших водителей, пятое место у Fiat 500, 95 погибших, шестое с равными результатами у Hyundai Elantra и Kia Forte, Cerato, по 89 смертей, а в Kia Rio погибло 87 автомобилистов. Среди наиболее безопасных моделей с нулевым показателем смертности названы модели премиум-сегмента Infiniti QX60, Porsche Cayenne, Range Rover Evoque и Mercedes-Benz C-класса. Внимание заслуживает и то, что Volkswagen Golf также получил нулевой рейтинг смертности.